все свистит, свистит, свистит. Ладно, несмотря на проблемы со звуком, будем петь песни. Чего начинаем? Раз, 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 раз. Мы тоже не будем долго занимать ваше внимание, но наш маленький сет будет в двух отделениях. Мы сменим другого микрофона. Маленький сет будет в двух микроотделениях. Да, микроотделениях. Наоборот, там. Нашим третьим гитаристом приключилась классическая рок-н-ролльная болезнь. Он сегодня еле попал в штаны, и, конечно, играть он не мог. Поэтому мы как-то выкручиваемся, как можем, то есть на две гитары.
Смелый
серьезно сидеть. А, у нас вот такой вот балаган получается. Мы туда-сюда меняемся. Простите нас за то, что саундчек происходит онлайн. Других вариантов не было нам дано. Собственно говоря, мы ту же миссию выполняем, что и Роман Холодов. Мы предваряем выступление следующих авторов. С Дмитрием Дубровым вчера прекрасный вечер провели. Кстати, у нас было на раза в два меньше людей здесь. Замечательно просто. Thank you.
совершенно иная песня будет. Это песня «Степ». Что-то там с микрофоном такое происходит, я не знаю. Здесь некого попросить, но в том смысле, что... Дима, а там... Ты не знаешь, что с этим можно... Раз. Еще. Раз. Говорю, все, куда ты пропала. А, меньше эффекта, да? Я просто... Хорошо. Видите, как сегодня мы устроились? У нас Дима техник сегодня. Вчера мы ему услужили, сегодня он нам... Крался в офис и спалил сервант.
значит, надо нам отсюда срочно когти рвать. Чао, детка, я отчалил, чао, детка, я отчалил, подожди южней нуля. Чао, детка, я отчалил, чао, детка, я отчалил, жди меня южней нуля. Спасибо большое. Сейчас Дима Дубров.